Сделать как можно больше добрых дел. Для мочегорских волонтеров это не просто девиз, а руководство к действию. На прошлой неделе городские добровольцы организовали для ребят праздник на улице. В рамках проекта «Зеленое движение» они готовят интерактивные конкурсы, а также проводят субботники в разных районах города. К сожалению, из-за плохой погоды желающих поиграть в городки и заняться настольными играми было не так много. Чтобы согреться, подростки сами с удовольствием поиграли. Проект обязательно будет продолжен, как только выглянет солнце, и они снова выйдут на улицу и подарят праздник мочегорским малышам. Мы надеемся и верим в то, что ребята подойдут, даже несмотря на такую плохую погоду, и повеселятся вместе с нами, ответят на вопросы нашей интересной викторины и получат призы. Также сегодня в рамках нашего проекта «Зеленое движение» мы провели субботник, убрали территорию от листвы. И вот сейчас у нас игры, которые из дерева, городки, вот очень интересная игра, и много всего другого, поэтому мы рады видеть всех желающих, даже вот в эту плохую погоду.